Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале ABC Cooking. Сегодня готовим блюдо ирландской кухни – ирландский кантри-суп. Все, что нам потребуется, вы видите перед собой на экране. Первым делом нарежем лук. Разрежем его пополам, а затем на четвертинки. Морковь нарежем кружочками. Если морковь очень большая, разрежем ее на полукружки. В кастрюле с толстым дном нагреваем растительное масло, у меня с хлопьями чили, и отправим туда лук. А затем кусочки баранины. Посолим и поперчим. Будем тушить баранину примерно 10 минут. А тем временем, пока тушится баранина, нарежем картофель кубиками. Не забываем при этом помешивать баранину, чтобы она у нас не пригорела. По истечении 10 минут добавим морковь и будем тушить еще 5 минут. Добавим 2 веточки розмарина. В оригинальном рецепте это тимьян, но я очень люблю баранину именно с розмарином. И заливаем примерно 3 литрами воды. Будем варить суп примерно 1 час. Почти до готовности. Добавим картофель и будем варить до готовности картофеля, примерно 15-20 минут. В ступку добавим чеснок, который мы пропустили через чеснокодавку, мелко порезанную петрушку, немножко посолим и будем растирать в ступке до образования кашицы. Далее добавим сливочное масло и собираем жир с супа и все хорошенько растираем до однородности. Именно этот штрих делает этот суп очень ароматным и очень вкусным. Именно в этом главный секрет приготовления этого супа. Добавим нашу кашицу в суп. Перемешаем и можем подавать к столу. В этот суп можно добавить абсолютно любые овощи по сезону. Приятного всем аппетита! Готовьте с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на ABC Cooking. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!